во-первых, на флангах, во-вторых, команды пока по воротам бьют мало и в большей степени борются сейчас за инициативу. Удар по воротам. Вот один из первых в этом матче, но он абсолютно не опасен для Яковлева. Спокойно забирает 16 номер Кванта его в руки и наблюдает за тем, как футболисты расходятся и кто же будет открываться и в какую же зону сделать пас. Поэтому 500, конечно, многовато. За карьеру, наверное, суммарно во всех лигах, во всех командах наиграл. Ершов. На левом фланге Ершов. Ершов пока один из самых активных в атаке у Факела. Мануковский в 184-м своем матче делает передачу вперед на Скопинцева. Тот на Кушталова. Кушталов заброс в штрафную. Кретинин свои 2 метра показывает. Поэтому будем надеяться, что получится и у Станислава свой потенциал реализовать. В том числе и в этой игре. Почему нет? Бабенков. Хорошая передача. Яковлев одной рукой мяч вытягивает. И как раз на Кретинина он отскакивает. Поворотом бить. Удар следует, заблокирован. Падение. Звуковое сопровождение соответствующее. Реакции никакой. Фиколкин на Демидова. Демидов. Прострел. А это опасно. Абрамов. Мяч у него. И страхует своих партнеров Чернавский, выручая в таком мини-футбольном стиле. Максимально неудачно в этом эпизоде Бубенков сыграл. Хотя не привез атаку на свои ворота, что тоже хорошо. Кретинин. Борец Кретинин борьбу выигрывает. Кушталов. Неплюев подключает к атаке. Неплюев голову поднимает, смотрит, где партнеры. Удар по воротам. Рикошет. Яковлев. Штанга. Яковлев. Это было хорошо. Ярко в желтом свитере сегодня Вячеслав выступает. И этот свитер, по крайней мере, помогает ему выделяться из толпы. Передача. Ершов. В штрафной площади. Падает Ершов. Пенальти назначает. Итак, Александр Мануковский. У мяча свисток. Яковлев. Разбег. Мануковский. 1-0. Александр Мануковский. 33 на спине. 1-0 на табло. 50-я минута. Факел открывает счет. 1-0. Не получилось у него даже на чужую половину перебить, но при этом Кушталову удается зацепиться. Кушталов отдает на Кретинина. Снова удар по воротам. И это уже Ершов Евгением Кушталовым. Теперь обратно. Замена произошла. И вот момент возникает у Ершова. Говорит, сам может забивать. Ершов. Ершов положил корпус. Ершов забил гол. Ершов лучший просто в этом матче. Но это было очень красиво. Ершов разобрался играючи. Не по-детски разобрался. Классный гол. Классный Ершов. 2-0. Молодежка удваивает преимущество в этом матче. Ну каков Ершов, а? Классно пытается Факел в атаку выйти. Уже на чужой половине поля. Это снова Ершов. И есть подключение. Неплюев рядом. Поляков. Неплюев. Нет, Поляков сам решает. Поляков улучшает позицию. Бьет поворотом. Но сваливается с левой ноги Полякова. Неплюев. Из-за боковой, совершенно не торопясь, вводит мяч пятый номер в игру. Потому что спешить, как известно, когда ты выигрываешь, некуда. Поляков. Неплюев. Заброс на Кретинина. Кретинин первый на мяче в штрафной площади. Бьет сразу. Отбивает добивание. Еще раз отбивает ногой. Снова Исаев. Демидов. Демидов. Хорош. Демидов. И в ближнем бою Доровских лучше. Это было слишком прям дальше. Подача следует от Бубенкова. Чернавский борется, кто будет добавлять. Пока некому. Сафронов. А вот теперь Муравьев мог подать. И Мануковский бьет, отбивает. Поляков здесь в штрафной площади. Бубенков. И сейчас было очень
не холодно в штрафной площади Квант, и Яковлев откровенно выручил, особенно в моменте с Мануковским. 3 минуты. Три минуты у Кванта на то, чтобы распечатать ворота Вячеслава Доровских. На больше времени не хватит. Доровских снова надежен. Ну вот и пенальти. Вот и пенальти теперь в ворота Вячеслава Доровских. Не дотерпели. Если стать героем этого матча, по крайней мере, последних его минут. Фиколкин против Доровских. Фиколкин, разбег, удар по воротам. И Доровских был близок к тому, чтобы мяч отбить. Не получилось. Квант в дополнительное время, в добавленное время, отыгрывает один мяч. Поменяет это что-то. В итоговом результате узнаем совсем скоро, потому что буквально минута остается.